Всем привет! Вы на YouTube-канале Агродвиж. Нахожусь я в Николаевской области, поле, на котором растет лук. И принимаем решение, что вносить, какой гербицид, как защищать эти растения. Лук на верхнем поливе. 23 мая 2020 года, поле, на котором растет лук. Посев у нас три строчки. Первая, вторая, третья. Верхний полив, сделали культивацию. Культивацию сделали между рядом, дали растениям воздуха, аккуратненько, но дали. И сейчас есть вопрос, есть проблемка. Здесь работали гаалом, вначале был внесен стомп, и сейчас у нас появился сорняк, который доминирует. Это лобода. Вот это все, это, что мы там видим, это светится. Это лобода. И вот такой очаг, тут даже красивый. Работали гербицидом гаал, прижгли. Посмотрим одно растение, вот лист такой жесткий, он такой аж уже огрубевший, такой покров на нем. Это растение уже устойчиво к гаалу, растение вырабатывает там устойчивость. Оно такое аж одревесневшее, это растение. И сейчас рекомендуем внести препарат Челлендж. Челлендж имеет почвенное действие, он сделает экран, так же самое как и стомп. Но Челлендж классно заходит через вот этот восковый налет. Видно вот восковый налет, да. Через восковый налет на лободе. Он заходит классно и все это заберет. Ее заберет. Первые три дня после обработки действия Челленджа не будет видно. Тем более температуры такие низкие у нас сейчас. Но потом мы заметим, что он будет убивать растения. Нужно сделать две обработки. Первую сделать и потом через неделю, 9-10 дней, повторить вторую обработку. Первая обработка дозы нормой 0,5 литра на гектар. И ни в коем случае не работать пока гаалом, потому что он очень холодный. Восковый налет слабый в связи с этим. И та часть, которая отрастает за ночь, обычно вот здесь происходит рост растения. Вот в этой точке происходит рост, отрастает, и на ней еще не успевает образоваться восковый налет. Обрабатываем гаалом, и он там прожигает. И получаются такие светлые перетяжки на растении. Вот, например, тут можно вот увидеть. Вот видите, вот здесь. Вот она перетяжка. Когда был этот лист был маленький, сработали, и перетяжка получилась. Каждый раз получая новые перетяжки от гаала. Лука физиологическая устойчивость к гаалу расположением листа прямо стоячий и также вот у нас перетяжки, которые делает гаал. Нужно немножко дать луку окрепнуть, а потом работать сильными такими контактными гербицидами. Кому понравилось видео, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал и поделитесь этим видео, если оно будет кому-то полезно. Хороших вам урожаев!